Prison Eva – это не просто Prison. 200 уровней – это не только доступ к 116 шахтам и 30 боссам. Клановые войны, ивенты по выходным, динамичное развитие. На режим ежедневно заходят тысячи игроков. Prison Eva – это нечто большее. Так вы все еще не знакомы? Всем привет, я Спрайт. Обрезки. И возможно ли такое, что целевая аудитория не воспримет РП и долго систематически будет делать то, что делает Суржи? Сейчас я объясню. Как позже. Долго ты готов бороться за РП? И объясняю. Удачи тебе. Объясняю. Я вчера объяснял то, что на сервере будут количество звездочек, которые будут обозначать ролеплей. Я не буду за это бороться, когда сервер выйдет. Там будет сидеть модерация, у которой будет зарплата или не будет зарплаты, и они будут следить и просто в Азкабан садить людей, у которых, допустим, скин свиньи, как вчера было, или пошел себе незаконно построил хату. Ну, такого просто не будет, то, что незаконно построил хату. Потому что не будет изначально, сейчас люди заходят, они выбирают себе с самого начала на сервере. Вот, допустим, профессия строитель, да? Он уже может пойти себе незаконно хату, грубо говоря, построить. Такого не будет, потому что тебе в любом случае надо будет нанимать строителя. Строитель — это будет потом профессия, которую ты будешь получать. Кирилл, где твоя логика? Так. Говоришь, что вы игроки тестили сервак и говорили, что добавить, а что убрать. Так. Но при этом ты не хочешь общаться с игроками. Так. К чему тогда это название? Город подписчиков. Так, объясняю. Окей, окей, объясняю. Мне нужно, первое, чтобы они тестили, ты написал. Во-вторых, и говорили, что добавить, а что убрать. То, что я сегодня творил, то, что вот кто-то из вас осуждает, оно как-то влияет на, ну, на второе, допустим. Они что-то могут предложить добавить или убрать, если они просто обузят деревенских жителей. То есть, и, ну, что я от них должен слушать, если они, ну, по сути, не на этом сервере играют, они играют, ну, в выживание на этом сервере. То есть, если тут надо в ролеплей играть, они пошли в выживание, начали играть, делать фермы. Это первое. Второе. Для того, чтобы они тестили те механики, которые присутствуют, мне не нужно с ними разговаривать. Им нужно играть на этом сервере. Вот и все. То же самое. Допустим, Киберпанк выпускают, да? Выпускают игру Киберпанк, но они делают там типа альфа-тест, нанимают людей, чтобы те потестили баги. Самое главное, отчет о багах. Не надо создателям Киберпанка сидеть в баре и пить пиво с тестером и разговаривать с ним о жизни. Я создателю Киберпанка надо сказать, вот сядь в игру и в итоге скажи, что лагает в этой игре. Может какая-то моделька, может какой-то плагин залагал. И все. Мне не надо по 2 часа разговаривать с людьми. Ну зачем? Зачем мне с ними общаться с игроками? Ну я вот повторю, ваш донат, да, сэр? Зачем мне с ними общаться? Алло, алло. Вот, держите. Плов. Что, логика Кирилл, абсолютно прямая. Для того, чтобы тестили игру, говоришь, надо, чтобы играли в игру, а не разговаривали. И говорили, что добавить, а что убрать. Так. Но при этом ты не хочешь общаться с игроками. К чему тогда это название? Город подписчиков. Я уже все объяснил. Вот, держите. Все. Реально. Плов. Хай, сегодня купил проходку на СПК-2 и меня еще не добавили. Ты не знаешь, через какое время добавляют ник, если что, Урасич Доминион. И можно я тебе заданю на спонсорку, а то я не могу спить в моей стране. Вот, держите. Плов. Обращение всем, кто считает меня дурачком теперь или наоборот. С технической точки зрения я урод. Но с точки зрения игроков ГП, ну не такой урод. Все было во благо. Я ни разу не думал нажиться на этом. Может. Вот, держите. Лотари, мне с тобой теперь поговорить и пробомбиться на тебя, Лотари. Ну что ты за хуйню пишешь, блядь? Но ты даже не представляешь, как работает система внутри сервера. Сервер ГП, СПК, СПМ и остальные – это уже давно не ты, а люди на этом сервере. Блять! Ой, блять!
Зачем мне играть здесь? Зачем мне с людьми общаться, чтобы понять, как работает плагин на, допустим, снятие денег с банкомата? Зачем мне здесь играть для того, чтобы проверить, как работает плагин на чат над головой? Зачем мне общаться с людьми для того, чтобы понять, что когда ложишься на кровать, у тебя регенятся сердечки? Зачем мне играть на сервере и общаться с людьми для того, чтобы понять, как работает и работает ли вообще без багов вот эта табличка? Зачем мне это делать? Зачем, блядь? Я понимаю, для того, чтобы разобраться в политике сервера, для того, чтобы разобраться, быть может, в экономике сервера, это надо пообщаться с людьми, надо с ними поиграть, для того, чтобы понять, ну, ценообразование, почему одно стоит столько, а другое стоит столько, почему постройка здания стоит именно вот столько вот, почему комиссия в банкомате, которую скоро добавят, должна быть именно, допустим, $17, а там не $10. Для этого надо поиграть, окей. Но моя цель администратора, блять, на данный момент в альфа-тесте проверить механики, которые вот есть Майнкрафт, вот в него бы играли. Но играют-то на ГП. ГП это что? Это совокупность плагинов, которые написаны специально для этого сервера, блять. Ну, Лотари, ты говоришь мне, мы не про плагины говорим сейчас. Ну, а у меня цели другой здесь сейчас нет. Зачем ты мне ставишь в упрек то, чего я делать не должен вообще? Бан. Ты мне пытаешься донести то, что, какую-то другую тему, которая не стоит в моем листе задач. Мне не надо этого сейчас делать. Мне надо, чтобы был ролеплей, и мне надо, чтобы тестились механики в этом ролеплее. Если ролеплея нет, я его дисквалифицирую. Если баг происходит, я пишу баг-репорт этому администратору техническому. Где я не прав, блядь? Вот в моем листе задач, вот моя работа сейчас такая. Где я не прав в своей работе? Ролеплея нет, вот какой-то мудила поставил скин себе свиньи. Хотя у всех должны быть людьми. Я его баню, я его дисквалифицировал. Я пошел пообщался с дедом-пердедом, он говорит, такие-то баги. Я беру, и вчера я сидел с игроками, говорю, что вас не устраивает? Мы решили удалить жителей там, что-то еще, какую-то херню я под вопросом написал, какую-то херню, не под вопросом. Я свою работу исполняю. Зачем вы на меня бычите за то, что я делать не должен? Пуп, чё орёшь? Привет, Пуп. Когда нужно будет общаться с игроками, я буду общаться с игроками. Тогда меня в этом и упрекайте. То, что я как-то неправильно заэрпэшу с челиком. Или я что-то еще с ним неправильно сделаю. Буду я, допустим, ментом, осуждайте меня за то, что я его неправильно задержал. Но сейчас это не моя работа. Как администратора, как создателя вот этой идеи. Закрывайте ГП. Хуйня какая-то получается. И если ты один админ на этом сервере, то ты ничего не сделаешь. Вот, держите. Плов. Может, в преддверии Нового года будешь больше 10 минут в день уделять? Ой. Сука, по поводу предыдущего доната!
какая-то хуета не получается из сервера! Мы как раз таки из него делаем не хуету! И сервера, блядь, просто так не появляются из воздуха! Их создают нахуй годами, ты сука! Следующий! Сука, какой я 10 минут уделяю в преддверии Нового года, ёбаный насрал! Вчера весь стрим нахуй я этому посвятил! Сегодня, блядь, 2 часа 18 минут! Я только и делаю, что сижу на этом сервере! Заебали! Потом ночью по фасмофобию с нами поиграть. Да. В общем, теперь я супергерой. Смешно, кстати. Этот парень был из тех, кто просто любит грызть. На спине лошнился мех, в груди кипела зверя жизнь. Какое-то аниме не смешное. Смешной котик. Смешной котик. Рыбку держит. Да, смешной. Больше, больше гламура и магия. Прикольный котик, смешной. А ты кончик, кончиками пальцев меня касайся, касайся, касайся и царапайся. Надо подкачаться. Я не видел, смотри какие! Это мои все! Все мои! Не подходи сюда, это мои все! Мои! Можно зубную пасту кушать? Прикольный котик. Похож на это, на котика Миры и Игоря. Да. Чувак, что это? Вот что это такое? Плачет. Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это. Камила ящерка. Прикольное видео. Мне написали в чате то, что я уволен из армии на СП. Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Спрей-обрыжки. Спрей-обрыжки. Я Спрайт. Обрезки. Понял, спрей-обрезки. Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Спрей-обрыжки. Спрей-обрыжки. Я Спрайт. Обрезки. Понял, спрей-обрезки. Обрезки.